верить в понедельник, можно и во вторник верить в то, что будет нам в суббота. Но с ветвей слетает ретушь солнца, но с ветвей... Плохо вижу. Извините. Еще раз. Поднять? Что? Поднять наклон. Вот чуть наклон сделать можешь? Вот посильнее туда. Она в тени просто, я плохо вижу букву вдруг. Так. Вот так я лучше вижу. Забираю свою штуку. Так, давай так. Можно верить в воскресенье, можно верить в понедельник, можно и во вторник верить в то, что будет нам суббота. Но с ветвей снимает ретушь солнце скальпелем горячим, и приходит, наступает долгожданная среда. В той среде живут оттенки, коих не было во вторник. В той среде сквозят намеки на дальнейшие события. И события наступают строем, с боем и стрельбою. С крыши валятся сугробы, нарастают сталактиты и стекают в никуда. А в четверг еще сильнее разлетаются кобели, разливаются журчали, растворяются снега. Ну а в пятницу приходит новый запах неизвестный, запах оттепели буйной, запах будущей травы. А потом слегка суббота, и сейчас же воскресенье. Можешь верить или не верить, воскресенье придет. Можешь видеть или не видеть, но оно таки настанет. И тогда